Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт на автофарм вот этих вот куриных ножек. Для этого нам, как всегда, потребуется чит. Ссылочка на него будет в описании. Буду по-прежнему использовать Star. Для того, чтобы нам заинжектиться, нажимаем вот на эту кнопочку Inject. И ждем, пока вот здесь появится иконка Easy Exploit. Так, сейчас вышел сайт, он нам не нужен, закрываем. Все, вот она появилась. Значит, мы заинжектились. И теперь вставляем сюда скрипт из описания. И нажимаем Exclude. Ну, как видите, он уже начал автоматически собирать вот эти вот куриные ножки. Собирает, в принципе, довольно быстро, как видите. Вот, но все-таки выгоднее, мне кажется, убивать босса и из босса получать вот эти вот куриные ножки, чем вот таким способом. Хотя, в принципе, если так подумать, может быть, даже это в какой-то степени выгодно вот так вот тпхаться и собирать. Но с боссом, мне кажется, намного больше все-таки дает. Ну, мы, в принципе, с вами сейчас это и проверим. А для того, чтобы нам не тпхаться на эти куриные ножки, просто делаем ресет. Мы умираем. Как видите. И все, он, по идее, должен перестать фармить. И давайте я вам сейчас покажу скрипт на автофарм босса. То есть автоубийство. Так, мы с вами открыли скрипт из скрипт-хаба. Здесь включаем автобосс и автосворд. Берем в руки меч. Так, заново включаем. И как видите, он за меня все автоматически делает. Все прекрасно работает. Ну, насчет босса, конечно, да, все-таки. Мне кажется, в разы выгоднее будет его фармить, то есть убивать, чем вот так вот тпхаться по всей локации и собирать вот эти куриные ножки. В принципе, у него довольно много хп, но я думаю, около косаря, может быть, даже больше можно получить этих куриных ножек. Ну, в принципе, давайте посмотрим. Также, кроме этого, здесь в этом скрипте есть еще много разных функций. Автооткрытие яиц. Потом заходим сюда. Здесь можно сделать прыжок выше или ниже. Скорость бега. Телепорты у нас есть тут. Можно, получается, телепортироваться ко всем игрокам. И также телепортироваться на все острова. Также можно тпхнуться на сел, потом в шоп, на спаун, на магазин с коронами. Это вот тот, если не ошибаюсь. King of the Hill, это получается царь горы, если не ошибаюсь. И можно тпхнуться на арену. Ну, кстати, вот это вот я не пробовал функцию. Не знаю, что она делает. Вот. Так. Тем временем мы почти убили босса. Отлично. И получили с этого почти 2000. Так. И он у нас опять начал тпхаться на эти куриные ножки. Ну ладно. Получается, этот скрипт нельзя отключить будет, только если перезайти. Вот, ну, как видели, за босса я получил, получается, 2000 почти этих куриных ножек. А вот так вот я тпхаюсь, и где-то я за минуту, ну, плюс-минус 100, я думаю, получаю. Вот, ну, в принципе, я думаю, это мало. Потому что вот мы сейчас на босса минуты 2 или 3 потратили, и я получил 2000. То есть выгоднее всего убивать босса, чем вот так тпхаться. Ну, в принципе, это вам решать. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами, как всегда, был Aceban. Всем удачи и пока.